Калибарх, Калиспара, Демос, Демос, Гратас, Доллар, Побось. Бредит. Тебя на ночь начитался, вот и бредит. Да ты что, Геродок? Волнуется парень. Целая страна на него свалилась. Радоваться надо, на три поколения вперед жизнь удалась. Так он же честный. А, это проблема. Хочет служить стране, сделать ее лучше. Реформатор. Это приговор. Демос Русос Европа опять. Только опять. А чего он, собственно, поменять хочет? Какой строй у них? Демократия. Ну, так говорят. Демократия. А что он хочет? Анархию. Не, она... Централизацию. Централизацию, не надо. Федерализацию. Да что ж ты делаешь? Ты что пустил их? Ничья комиссия, звонная, ясная. Слушай, Плутарх, ты что, при социализме плохо жилось, что ли? Ты давай, что говоришь? А, ну, да. Если что и менять только на самодержавие. Царь Алабородько. О, видишь, ему тоже нравится. Я тебе. Сам подумай. Царь же сам у себя воровать не будет. А эти приходят, воруют, уходят. Следующие приходят, да воруют. Калифы на час. Так и что, сейчас народу плохо живется? Да ты что? Они первое место в мире занимают по производству масла. Оливкового. Подсолнечного. О, есть такое? Да. Третье место в мире по производству хлеба. Да, потом делают самолеты, комбайны, машины, трактора. А, трактора, да. Да, хорошо. Зачем им что-то менять? Они же как в раю живут. Страна на грани дефолта. Я ничего не понимаю, как это? Куда все девается? Воруют. Воруют. О, воруют. Понял? Тогда надо что-то делать. Все воруют. Воруют. Что-то менять? Так он же и хочет менять. Да, дела. Слушай. Слушай, Плутарх. Это же Украина. Ну. Центр Европы. Ну. Я знаю, что нужно делать. Гениально. Вася, вставай. Вася, засыпайся. Вася, вставай. Вася, вставай. Вася, засыпайся. Вася, вставай.